Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и я продолжаю обзор сборки Наследник Короны о Майнкрафте. А как я и обещал, буду исследовать сегодня вот то подземелье такое классное, которое я нашел под домом. Но вот сейчас я открыл задания свои. Секундочку. И вот, кстати, задание, которое открывает доступ к следующему разделу, я лесник. Почему-то я раньше на него даже не смотрел, думал, это последнее. Оно довольно-таки простое, смотрите. Нужно сделать альманах. Делается он очень просто. Из оливок, книги и кусочков железа. На удивление, у меня оливки есть. Я где-то добыл, не помню. Вот одна оливочка нужна. Потом... Так, не то. Пальто. Кусочки железа. У меня тут вообще столько всего пособирал. Уже 3 штучки есть. Одна кожа мне нужна для книги. Бумага, не помню, там где-то у меня есть или нет. Короче, тут у меня тростника уже немерено. Сделаю сейчас бумаги, тут просто тоже немерено. Вот бумага. Бэмс. Короче, ну, не сказать, что немерено, но все-таки сделал. Так, книга. Есть книга. Есть книга. Получается... Так, кусочки железа и оливку. Мне здесь не пишут, что я могу сделать альманах. Это ж нестандартная, скажем так, вещь в Майнкрафте. Ой, не бумагу, а книгу положил. Вот, смотрите, я сделал. И квест «Я лесник» завершен. Удивительно, но факт. Создайте альманах и откройте новую главу с еще большим количеством квестов. То есть, по идее, теперь что? Мне открыта вторая глава. До этого она была для меня вообще закрыта. И первый этап все по новой. А если раздавить оливки в ступе, то можно получить оливковое масло, которое сделает пищу более сытной. О как! А положите оливки в ступу и попрыгайте на ней. А после соберите полученную жидкость в пузырек. Ступа. Как делается ступа? Доски любые, железо и плиты. Ха! Так я это сейчас сделаю. Причем плиты можно и доски любые абсолютно. Так, секундочку. Это я уберу, чтобы не мешало. Бумага куда-нибудь там пойдет мне в ценные ресурсы. Не знаю, в общем, опутаюсь. Так, бревна. Любые вот я возьму. В принципе, дуб распилю-то и все, господи. Чтоб не мучаться. Так, два железа мне нужно было, да, обязательно. Да что ж такое? Железо у меня с собой. Итак, любые плиты беру. Так, железо есть. И что там еще было? Блин. Два железа, блоки и все. В принципе, можно делать. Тут нет в этих вещах? Скорее всего, нет. Итак, два железа по сторонам. Три плиты. И два блока. Ха, вот получается ступа. Супер. Просто вообще огонь. А дальше, 6 пузырьков. 6 пузырьков делается из стекла. Кстати, не поверите, стекла у меня, по-моему, здесь нет. Нужно исправляться срочно. Песок у меня здесь был? Да, был песок. Не успеем оглянуться. Кстати, еще железо прибыло. Будет у меня стекло. Пока урожай пособирал, буквально там минуты две назад собирал урожай. Пока я там все делал, тростник уже опять продрос, кажется, на 3 этапа. То есть могу теперь 1000 книг уже наделать, кажется, без конца. Арбузиков собрал уже от урожая, они тоже растут хорошо. Так что проблема с пищей я здесь для себя решил. Ну что, есть у меня стекло, в принципе, неважно. Делаю сколько там... нет, не здесь. Делаю пузырьки. Короче, сделаю... Нет, ладно. Сделаю, как сделаю. 6 штук мне нужно было. Все, квест завершен. Все по новой. Представьте. Вот уже сегодня я 2 квеста сделал так легко. И дают мне награду 20 оливок. То есть, даже не стал прыгать по ступе, а все получилось. Дальше. Декоративные блоки. Нужно сделать тумбочку, кувшин и бочку для жидкостей. Прикольно. Пасечный улей. Ух ты. Прикольно. Ну и пузырьков, соответственно, нужно сделать чуть побольше. И пивной бочонок. Ничего себе. А столько всего интересного. Наверное, этим займусь. О, там стекло, в принципе, лежит. Пока уберу его.
Все-таки это, наверное, буду делать уже позже, либо в следующем обзоре, либо вот в этом, но в конце. Потому что обещал подземелье, будет подземелье. Ну вот, для того, чтобы исследовать что-то, я понял, что мне не хватает мощенки. А для этого мне нужно все-таки взять и начать зачаровывать предметы. Для того, чтобы уже, кажется, их одевать и в них идти хоть куда-то как-то что-то уже. И драконов, я так понял, что можно будет выбивать, когда вот я смогу уже там себе вещи на устойчивость к огню зачаровать, там и т.д. и т.п. А я, конечно, с этим сильно не знаком, но вот, в принципе, скоро, я думаю, уже смогу это делать. Сам стол зачарования — это хорошо. Я, кстати, броньку свою старую скинул, сейчас сделаю себе новую, зачарую. Что-то я уже потерялся. Блин, бумага, где я делал бумагу только что? Капец, я его это уже делал. Ха, блин, столько всего, западаешься его искать? Нет. Вот она, проще ее заново, блин, сделать, чем вот это вот... ну, короче, искать. Так, и теперь я сделаю сейчас себе... Так, чтобы быстро не искать. Книг вот 8 штук могу, да? И, соответственно, могу книжных полок. А, блоки нужны еще, блин, деревянные. Любые доступные, короче, мне хватит на 8. Цвет тут не важен. Итак. Книжные полки. Мне вообще... Ой, так мало. Всего 2. О, блин, я что-то не так рассчитал. Ладно, неважно. И сделаю еще комплект себе брони, в принципе. Такую сделаю новенькую. Шапку тоже сделаю новенькую. Штаны, естественно. Ну и тапки. И плюс еще сделаю себе алмазный меч. Вот. Так, поставлю шкафы вот эти вот. Мне говорили, в принципе, разницы... нет, как ставить. Главное, чтобы хотя бы один блок между ними был, не больше. Иначе смысла нет. Итак, зачаровываю меч. Ого, видите, уже на лазурита. Акпомал что-то. Отдача, острота. Что это, я не знаю, если честно. Так. Ну, попробую. 2, хотя 3 самое крутое, наверное. Уранчар, лазурит, отдача 1. Острота 1. Наверное, все-таки острота круче, мне кажется. Итак, смотрю. Урон 8. Короче, не знаю, что это мне дало. Ладно, дальше бронька. Зачаровываю. Ядро Эндера. Защита. На защиту. Тоже, кстати, на 2. Почему-то мне второй уровень кажется лучше. Плюс 6 броня. Защита, прочность. Круто, наверное. Так, здесь. Ну тоже на защиту. Причем все на защиту. Лазурит 3. Штаны можно на троечку зачаровать. Броня плюс 5. Ну а что ж она там? И защита. Ну не знаю, я в этом просто не разбираюсь, поэтому не могу сказать, что лучше. Защита от снарядов, невесомость и прочность. Наверное, тоже 3. От снарядов. Каких снарядов, не знаю. И последняя шапка — это вот подводное дыхание. Зачем мне? Защита. Так что 2 лазурита делаю. Вот. То есть я более-менее так приготовился. Пойду исследовать подземелье. А единственное, что я себе щит еще не зачаровал. Не знаю, стоит ли это делать. А, его, наверное, нельзя зачаровывать, да? А интересно, почему? Дайте щит зачаровать. Короче, не получается. Странно, я думал, его можно зачаровать. Ладно. Ну, в общем, со стороны... ладно, поставлю его так, как я выгляжу. А ну-ка. О, моя бронька. Что, не светится? Я думал, там как-то светиться будет. Раз она у меня такая крутая. Вот только собирал арбузы минуту назад. Уже, видите, опять они выросли. Так что еды у меня будет предостаточно. А вообще, или просто в этой сборке так быстро все растет, либо я не знаю. То есть только там, ну, буквально проходит, не знаю, сколько там игрового времени, минут 5-10, у меня уже все вырастает. Так что проблем с этим никаких. Вот пшеницы, хлеба делаю хоть сколько не хочу. Картошку начал там разводить. Она может потому, что я еще воду хорошо сделал. Видите, вот под этим блоком целый ряд воды. Соответственно, она хорошо удобряется, может растет, поэтому лучше. Ну вот, я подготовился. Конечно, долго подготовка была, еще задание выполнял. А вот мой домик, который я нашел, который восстановлен после атаки дракона. Надеюсь, все-таки он переживет ее еще раз.
Так, ну и фактически вот все, иду в подземелье. А, люблю ко всему тщательно готовиться, чтобы потом меньше проблем было. Но вот в Майнкрафте это пока мне не сильно получается. Почему? Ну потому что я в Майнкрафте еще пока, в принципе, нубик. Ну уже, конечно, не совсем, я уже почти месяц в него сейчас играю. А, ну, скажем так, кое-что я уже начинаю понимать и узнавать. Поэтому понимаю прекрасно одну вещь, что... А если ты плохо подготовился, тебя по-любому грохнут. Вот это я уже понял на 100%. Поэтому и стараюсь максимально тщательно готовиться. Ну, просто я некоторых вещей не знаю, поэтому, может быть, моя подготовка не сильно и удачная иногда. Но, как бы, все, что от меня зависит, я стараюсь делать. Так, а, все, освещено хорошо. Вот, называется, иди на все... Ага, три стороны, не четыре, да? Там пирог. Ну, конечно, замануха такая с пирогом прикольная. Так... О, кстати, мне там для чего-то решетки нужны были, поэтому я решетки соберу. Почему бы и нет? А, вот единственное, что я не взял, блин, всегда же у меня был с собой стак камня, вдруг там придется драпать. Светильник Джека, прикольно. А, картофель, пшеница, мне это добро не нужно. Так, ну что ж. Тут пока все красиво. Ага, первый сундук. Хлеб, конфетки, чародейская книга. Вот я так и не понял, что они вообще значат. Как бы, ну, фактически мне тут ничего-то не нужно. Треска. Ой, показалось, как крипер горит, такой звук. Бумага, факелы, все это есть. Это не ценное. А пирог, он тоже... О, там уже монстры. О, тихо. Ай, блин, стоп, у меня же еще... Я меч перелаживал, потому что монстра бил. Зомби. Какой-то он такой крутой. Нет, не крутой. Я перелаживал меч. Хотя, может, подождите. О, еще один. Там, наверное, генератор их стоит. О, так они, короче, тут в очередь стоят. В очередь. А тут, кстати, можно... Ого, их сколько. Слушайте, а что мне с ними делать-то? А почему они начали такой толпой переть? Блин. Начинается. Почему я упал? Надо, чтобы сзади сейчас не пошли. А, вполне вероятно. Фух. Наверное, все-таки я возьму алмазный меч. Может, быстрее буду их бить. Так. Блин! Ах, пока я... Пока я хотел факел там поставить, вот на меня уже выскочил этот гад. Ой, кстати, жизнь, блин, а что я про жизнь так как-то халатно отношусь? Пускай немного восстановятся. А я даже сбегал наверх, чтобы они быстрее восстановились. А что прикольно, здесь у них вот... Кстати, я лучше, наверное... Стоп, там что? Ага, пшеница. Факелы переложу во второй слот, потому что мне вот нужно быстро... Поставить факелы как-то тут. А, там вот генератор, да? Давай, давай, давай. Да, блин, я ж переставил кирку в ядрен батон. И пытаюсь факелом разрушить этот сундук. Короче, я молодец. А, сделал все как не надо было делать. Не, ну все получилось. Так, что в этом сундуке? О, золотая кирка. Кусочек золота. Короче, ценного пока. Зачем мне золотая кирка? Интересно, какие добывать вообще ресурсы, не знаю, честно. Так, ладно, смотрим. Что у нас здесь? А, железные прутья, кстати. А если их убрать? О, тут ничего, я думал, тут тоже будет генератор какой-то. Прикольно. А там по бокам кто-то что-то чудит. Такие звуки везде. Короче, здесь тоже ничего нет. Ха, прикольно. Камень только, да и все. Ладно, с этой частью вот, с этим туннелем разобрался. Все-таки не знаю, я пока тут составляю. Ну, мне пистолет не надо. У меня своего добра хватает. Так, вот там есть генератор. Пауки, блин. Кирочка, нужно поработать, молодец. Опа. Опа. Ой, блин, выкинул факел. Ха! Вообще они отлично отлетают. Блин, быстрее, короче.
Оп, отлично. И очередной сундук. А в нем, ух ты, чародейская книга отдача. Вот, блин, напишите мне, пожалуйста, эффективность, смысл этих чародейских книг. Как их пользоваться? Кожаные ботинки, причем зачарованные. Прикол. А, не знаю, надо ли она мне... О, меч. Вы поняли? Острота 1, прочность 3, починка. Highly durable. Наверное, крутая штука, слушайте. Ну, не алмазная, конечно, но серебряная. Ну, реально, он круче, чем мой, наверное, блин, несколько раз. Бумага, все это я там могу наделать. Треска. Мне это пока не интересно. Ой. Рычаг. А его можно нажимать? И что? Слушайте. Что этот рычаг делает? Я вот нажал, конечно. Блин. Может, какую-то там комнату секретно открывает. На меня сейчас там толпа мобов каких-то выбежит. Так, ну там по-любому еще один генератор есть. Этих самых мобов. И дверь, ух ты. О, опять. Слушайте, а мне за них столько опыта навалили, я в шоке вообще. Вы видели сколько? Я не помню, сколько у меня было, когда я сюда пришел, там что-то в районе. Так, не знаю. 7-8 уровня. 15 буквально там за 5 минут игры. Я, кстати, немного разобрался вот с... Ой. Тут, кстати, можно их вообще оставлять в покое, чтобы они спаунили, да? Было прикольно так качаться вообще на расслабоне. Может, сделать это? Кстати, это идея. Вообще отличная идея. Он опять идет. О, щит взял. Черный щит какой-то. О, прикольно. Но мне же, блин, хочется узнать, что за той дверью. А я могу как-то... Ай, блин. Ну, дело в том, что если я его разрушу, я потом его ж не восстановлю. Тут есть какой-то сундук? Да, сундук есть. А, зелье вот. И фактически все ценное, больше ничего нет. А поэтому я сделаю следующее. Я сейчас отсюда быстренько сдрысну. Возьму вот. Да, блин, нарушу тут баланс, конечно, чуть-чуть. Колонны там разрушу. Ага, мне уже даже некуда все это дело всовывать. Мясо, стрела. Вот эти какие-то штуки. А, мне что-то... Вот это все не нужно, блин. Они там идут ко мне уже. Щиты вот эти вот. Цветные разные. Кожаная куртка. Шерсть. Зачем это мне все? Вот, блоки. И хочу что я сделать? А сделать я хочу вот так. Ха-ха. Да это вообще, это читерство. Это можно действительно тут... короче, их тут... генерировать как хочу, короче, и сколько хочу. Оно сейчас не об этом. Так, что за дверь? А, лучше факелы сюда поставлю обратно. Хотя пускай нет, факелы мне, конечно, нужны. Так, ого, а тут походу и наковальня. Вот я еще не знаю, как ремонт делать, нужно тоже с этим разобраться. Водичка. Ой-ой-ой-ой, сколько здесь всего, слушайте. Вот тоже какие-то штаны. Защита 2, прочность 1. Наверное, хорошая штука. Огнеупорность. Это против драконов, наверное, хорошая вещь. Ну, правда, они слабенькие. Щиты кожа, кстати, которая мне нужна была, которая мне вот не хватало для крафта. Вот еще один меч тоже неплохой. Обалдеть, сколько здесь всего классного. Кусочки железа, которые мне, в принципе, понадобятся. Обалдеть, слушайте. Не зря я сюда пошел, здесь, скорее всего, ничего нет. Я как-то такое же, помню, встречал. А это что у меня? Да, там пусто. То есть, что-то было ценное именно в одной части.
как-то так. Затарился, я считаю, неплохо. Фу. И нашел себе генератор опыта, да? Кстати, можно даже как-то там сделать себе. Я сейчас подумаю. Вот. Например, так блок ставлю. А вот этот, допустим, уберу. И вот, чтобы они подходили ко мне поближе. Ай, нет, они меня бьют. Вот так могу стоять. Какой наебить. Я могу вот так накачивать себе сколько угодно, чем могу меч камень взять. Ой, вы поняли. Шанса у меня погибнуть в принципе нет. Могу и вещи так вот собирать. Ой, блин, ха-ха, вот это я... Слушайте, а вот это я, конечно, не ожидал. Блин, а вот этого я не ожидал. Это, наверное, против таких читеров, как я. Ха-ха, прикол. Слушайте, реально прикол. Ай, так, надо как-то доделать свою вот эту... свой генератор мобов. Как же? А, ну он все равно сюда может перепрыгнуть, да? А ну-ка, появился. Ну, иди ко мне. Эй, ты. Эй, ты зеленый. Блин. Ну. То есть... Ага, он, видите, вообще сюда зашел. Ну и мелкий, соответственно, перепрыгнет. Блин, как же быть, а? Ладно, я подумаю, на досуге. А, так, ну что ж, друзья, наверное, пора завершать этот обзор. Конечно, у меня здесь еще много чего не сделано. А вот осталось у меня еще 3 комнаты. Ну, надеюсь, там тоже что-то интересное. Мне в любом случае нужно пойти разгрузиться, забрать весь свой лут туда, наверх, скажем так. Ну и приготовиться к дальнейшему исследованию. Тем более уровни могу потратить. На свой путь до воина я тоже немного разобрался, но об этом в следующем уже выпуске. Так что если вам нравится эта сборка и наши обзоры, то поддерживайте это видео своими лайками, давайте свои советы. Ну и оставайтесь с нами. Пока-пока.